Привет всем обладателям Bentus X16. В этом видео хочу поделиться своей проблемой и, может быть, дождаться от кого-то конкретной помощи в ее решении. Проблема моя началась с желания усовершенствовать двухосевой подвес, точнее добиться управления подвесом в воздухе с пульта дистанционного управления непосредственно штатного, который идет в комплекте с Bentus M16. Эксперименты я свои начал с Simy X8 HD. Они вначале увенчались успехом, но затем начались проблемы, которые до сих пор на Simy я исправить не могу. Но на Bentus все пошло сразу очень гладко. Я эту проблему практически решил. Как я ее решил, сейчас я вам продемонстрирую. Режим номер один. Теперь переходим в режим номер два. Режим номер два. Вот такого результата я добился. Я увидел видео в YouTube, где с помощью Arduino произведены манипуляции на Simy, и решил, что мне необходимо сделать это же на Bentus. Сначала на Simy все получилось, а потом что-то перестало работать. И в результате моих экспериментов был выведен из строя вот этот вот двухосевой подвес. Он рабочий, все, моторы рабочие, все здесь рабочее, но не могу прошить. Значит, был заменен центральный процессор, контроллер на базе от Мега 328P. Ну и как его прошить, у меня пока идеи нет. Я заказал другой, он пришел. Все получилось, все работало. Необходимо было все это смонтировать, произвести монтаж удобный, чтобы меньше лазить вовнутрь, в корпус. Ну, естественно, у меня скопилось несколько ардуинок, которых надо было выбрать. Надо было выбрать одну. И я решил остановиться на той, которая у меня сейчас стоит. Ну, перед этим пробовал различные варианты прошивки. Экспериментировал, менял угол. Вот эти Arduino Pro Mini. Они рабочие, все, которые я использовал, и с светодиодом, и без светодиода. Таким вот образом подпаиваются провода с разъемчиком. Вот такие пины, которые вот эти два крайних пина, они идут на управление подвесом, а эти два последних для изменения режима работы. И при проверке одной из Arduino
У меня произошло небольшое короткое замыкание, когда она находилась здесь, так была подключена. В момент потери равновесия она коротнула одним из пинов вот этот контактик плюс 12. Погасли светодиоды, но потом путем переключения переключателя светодиоды загорелись, перестала гореть светодиод на самой Arduino Mini Pro. Я начал проверять, и оказалось, отсутствует земля, то есть минус, вот на этом разъеме. То есть вот куда подключается сама вот эта вилочка, там в разъеме на плате. Он с тыльной стороны, с нижней стороны платы, дорожка минусовая перегорела. Ее восстановил, но, к сожалению, управление моторами было нарушено. Сейчас я покажу. Я уберу Arduino, в принципе. Она здесь не нужна в данной ситуации. Сейчас запустим. Вот. Запустились моторы. Выключились. Запускаем еще раз. Добавляем газа. Никакой реакции. Выключаем. Никакой реакции. На стики никак не реагирует. Не выключается. Следующая манипуляция. Упали обороты, но не выключается. Включаем. Выключается. Еще раз. Уже все. Надо перезагрузить. Никакой реакции. И после этого тоже никакой реакции. В чем дело? С какой стороны к этой проблеме подобраться, не знаю. Носил в два сервиса, не смогли помочь. Звонил еще в два. Тоже не смогли помочь. Может быть, кто-то мне подскажет, посоветует, что делать. Или это регуляторы, или это
центральный процессор контроллера полетов. Не знал бы я, какая там прошивка еще, и как прошивать. Но, к сожалению, я этого не знаю. Буду очень рад, если мне кто-то в этом вопросе поможет. Заранее благодарю. А также благодарю всех тех, кто смотрел это и досмотрел до конца.